Профессиональный праздник «День полиции» в этом году получился вдвойне торжественным. Правоохранительное ведомство отметило еще и свой юбилей – 100 лет со дня основания. Роль каждого милиционера она важна. Не важно, кто это – участковый, сотрудник ПДН. Служб милиции лишних нет, это однозначно. И то же самое мы видим, как действительно из года в год нам становится сложнее работать. Действительно, век высоких технологий, мы должны идти в ногу со временем. Мы должны отвечать всем требованиям, которые предъявляют сейчас сотрудники полиции. За добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие результаты отличившимся сотрудникам Одинцовской полиции вручили благодарственные письма, почетные грамоты и нагрудные знаки. С улыбкой на лице, очень приятно. Ежедневно правоохранители доказывают высокий уровень своего профессионализма, выполняя свою работу четко и слаженно. Сегодня по многим показателям Одинцовская полиция лидирует среди муниципалитетов Московской области. Это действительно по-настоящему тяжелая работа, которая требует искренней любви к своему делу. Многие из вас каждый день совершают по-настоящему трудовой подвиг, жертвуя своим свободным временем, личной жизнью, зачастую в ущерб собственному здоровью, а иногда собственной жизни. Ваш добросовестный труд не проходит даром. Есть результаты, которые видят все. И мы, как власти Одинцовского района, и жители Одинцовского района, да и в целом Подмосковье. Я хочу вам пожелать главное – быть здоровыми и успешными. И вручить награды от Московской областной думы. С праздником вас! В этом году заметна положительная тенденция по уменьшению грабежей, разбойных нападений, краж. Улучшилась раскрываемость преступлений экономического характера. Значительно сократилось число преступлений среди несовершеннолетних. И те 4000 преступлений, которые у нас зарегистрированы на территории, это действительно самый большой показатель количества зарегистрированных преступлений на всех территориях Московской области. Отрадно осознавать, что почти 2500 преступлений мы с вами, коллеги, раскрыли. Это тоже большая заслуга нашего большого дружного коллектива. Одинцовской полиции проведена большая работа по противодействию нелегальной миграции. Ежегодно обеспечивается безопасность на городских и районных мероприятиях. В торжественной церемонии отметили службу ветеранов органов внутренних дел. Завершилась праздничная встреча просмотром фильма, посвященного истории Одинцовской полиции. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».